Чебоксарах начался ремонт системы газоснабжения в многоквартирных домах. Таких работ в городе они проводили на протяжении многих лет. На замену газовых сетей уже выделено более 20 миллионов рублей. Какой объем работ необходимо провести и с какими проблемами сталкиваются подрядчики, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Срок службы газовых сетей во многих домах советской постройки истек 5, а то и 10 лет назад. В трубах часто случаются утечки. Обследование показало, в срочной замене нуждаются газовые стояки в более чем 70 домах. На сегодняшний день в работе у нас задействовано 28 многоквартирных домов. В треть из них уже подали газ. Ну, конечно же, основная доля 21-22 дома – это по городу Чебоксары. Опыт уже показывает, подрядные организации, демонтируя трубопроводы, видим, на муфтовых соединениях действительно трубопроводы изношены. В этом доме по проспекту Ленина газовые сети уже заменили. Завершить работы специалистам удалось раньше намеченного срока, за 30 дней. Жители проведенным ремонтом довольны. Вот эти новые поставили, этот хомут вот эти, покрасили, замазали. Все сделали, что нужно. На четвертый день у меня закончили. Молодцы, хорошо работали. Понравилось то, что информация своевременно доводилась до людей. В принципе, какие-то вопросы, если возникали, безусловно, в ходе проведения работ, все это также оперативно решали, устраняли проблемы. Кроме этих работ, у нас еще по дому провели в этом году замену канализации, замену электропроводки. Средства на замену систем газоснабжения выделяют из фонда капитального ремонта. Сейчас эти работы в городе выполняют 4 подрядные организации. Завершить ремонт во всех домах, которые попали в программу, планируют до конца этого года. Правда, не всегда специалистам удается уложиться в срок. Некоторые жильцы отказываются пускать рабочих к себе в квартиру. У кого-то выполнен капитальный евроремонт помещения, у кого-то дорогая кухонная мебель. В связи с этим администрация района совместно с управляющими компаниями и подрядными организациями организована плотная работа с собственником помещений по разъяснению необходимости допускать работников подрядной организации для выполнения работ. Специалисты говорят, эксплуатация изношенных сетей грозит большими проблемами. Заменить старые газовые трубы необходимо до наступления морозов. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.